вам еще отвечать за смерти 146 человек. Поэтому нет. Это Саакашвили будет в Гааге отвечать. И этой гопоте, которая бегает сейчас по улицам Тбилиси с антироссийскими лозунгами, передайте им, что никогда Южная Осетия и Абхазия не вернутся в Грузию. То есть покажи, вот нас снимают. Да. И для чего? Как для чего? Для того, чтобы отчитаться перед нашими избирателями, грузинами, живущими в Москве. У меня одномандатный округ в Москве, у меня огромная грузинская диаспора в округе. И вас поддерживают? Меня поддерживают. Я люблю Грузию, люблю грузин, и у нас прекрасные отношения. А в чем поддерживают вас? Во всем нас поддерживают. В том, что Россия оккупировала наши территории. Россия не оккупировала ваши территории. Дело в том, что руководство вашей страны осмелилось убивать людей на своей территории, напав на Южную Осетию. Это неправда. Нет, это правда. Это результат доклада комиссии, которая была от Евросоюза, поэтому не пытайтесь как бы это замазать. Вам еще отвечать за смерти 146 человек. Поэтому это Саакашвили будет в Гааге отвечать. Будет отвечать Саакашвили. Хорошо, у вас есть еще вопросы? Да. Один вопрос еще и все. На этом расстаемся. И все? Конечно. Почему? Ну, потому что о чем разговаривать с людьми, которые отрицают очевидные факты. Если Россия враг и оккупант, конечно, то вам надо сидеть как можно тише и вести себя как можно скромнее, а не хамить в отношении России, понимаете? Поэтому Грузия и ваш президент, так называемый, когда смеет писать своих соцсетях, что Россия враг и оккупант, и вы считаете, что после этого можно говорить об отношениях, о нормальных отношениях факты. Между Грузией и Россией. Это естественные факты. Нет, это извращенный факты. Взгляд руководства Грузии, которое не понимает. Все мировое сообщество никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию. Никогда. Запомните это. Передайте это всем. Скажите, что этого не будет никогда. Потому что я был и в Абхазии, и в Южной Осетии. Народы этих стран не собираются больше жить в Грузии. Знаете, и Россия будет поддерживать их независимость. Я с ними разговаривал. Нет, ел мамалыгу. И никогда это больше не будет вашей территории. Не никогда. То, что будет, это наши территории. Никогда этого это не будет. Территории. Запомните, запишите, передайте Саламе Зурабишвили и всей вот этой вот гопоте. Которая бегает сейчас по улицам Тбилиси с антироссийскими лозунгами, передайте им, что никогда Южная Осетия и Абхазия не вернутся в Грузию. Это позиция российской делегации в ОБСЕ. Я как глава делегации вам это говорю. Этого не произойдет никогда. Это есть уже факты. Никогда. Грузия всего доброго. Территориально целостная. Никогда и весь мир... Нет.